Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео мы поговорим о том, какую консоль купить в 2020 году. PlayStation 4 или Xbox One. Такие видео выходят каждый год, но поверьте, каждое новое видео все равно актуальнее предыдущего, так как за целый год в консолях много чего меняется. Вдобавок ко всему, много кто еще не купил ту или иную консоль и все еще думает над своим выбором. Если вы уже купили ту или иную консоль, то напишите об этом в комментариях и напишите свой опыт использования. Тем самым вы поможете кому-нибудь определиться с выбором. Видео будет, как всегда, объективное и по делу. В данном видео мы не будем разделять версии консоли PlayStation и Xbox на всякие там S, X и Pro версии. О каждой версии консоли я сделаю отдельное видео, где разберу уже более детально все плюсы и минусы консолей Xbox и PlayStation. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. У меня все готово, поэтому ставь свой геймерский лайк и давайте начнем. Xbox One и PlayStation 4 нас не перестают радовать уже какой год. Но, к сожалению, их актуальность подходит к концу, ведь консоли нового поколения выйдут в конце 2020 года. Несмотря на это, консоли восьмого поколения все же достойны того, чтобы их приобрести именно сейчас, особенно тем, кто не играл в игры нынешнего поколения. Xbox One и PlayStation 4 это две вроде бы одинаковые консоли, но какую же выбрать? Давайте разберемся. Начнем, пожалуй, с графики. Есть ли вообще смысл на нее опираться при выборе той или иной консоли? Графика в играх это безусловно важный фактор, и все, конечно же, хотят играть на том, где она лучше. Признаться, вживую, смотря на два одинаковых экрана той и другой консоли в одинаковой игре, разницу на глаз вы вряд ли заметите. Если что, я сейчас про сравнение графики версий Xbox One S и PlayStation 4 Slim, а также Xbox One X и PlayStation 4 Pro. Просто если сравнить простые консоли с более мощными, то разница будет видна. Да, технически где-то выигрывает PlayStation 4, где-то Xbox One, но сказать, в какой консоли все-таки лучше графика, будет некорректно, так как тут надо сравнивать графику в конкретной игре. Да, многие наслышаны о 720p на Xbox One, но в этой ситуации вы можете купить Xbox One X и больше никогда не увидите данного разрешения. Несмотря на разницу в мощности самих консолей, игры все равно пытаются оптимизировать под каждую консоль так, чтобы на ней без проблем игралось и все более-менее хорошо выглядело. Ведь это все-таки игровая консоль, и она создана для того, чтобы играть без проблем. Поэтому, что касаемо графики, еще раз повторюсь, что детальное сравнение нужно смотреть в интересующей вам игре. Если и будет какая-то разница, то она будет слишком маленькая и заметна лишь в освещении, будет картинка темнее или светлее, а также в разрешении текстур. Если говорить уж простым языком, то где-то будет просто четче картинка. Единственное, что можно сказать, беря во внимание именно версии консоли, так это то, что именно в Xbox One X графика будет четче, так как там стоит более мощное железо и разрабы пытаются в большем случае именно на этой консоли сделать картинку четче. Следующее, что я хотел бы сравнить, так это сервисы и подписки. Но сначала онлайн-сервис. В целом, сервера той или иной консоли работают стабильно, и выделить более стабильный сервис опять же нельзя, но зато можно выделить некую щедрость этой службы. Для многих может быть это и открытие, может быть и нет, но я напомню, за то, чтобы играть в онлайн на консолях, нужно платить. Да, вы не ослышались, если вы хотите поиграть по сети с другими игроками, то вам придется покупать специальную подписку, которая будет вам давать возможность играть по сети. У PlayStation 4 это подписка PlayStation Plus, а у Xbox One это Xbox Live Gold. За эту подписку вы получаете каждый месяц несколько бесплатных игр, возможность играть по сети во все игры с онлайн режимами, а также получаете скидки каждую неделю. Если что, все то, что я перечислил, есть на обеих консолях. Единственное, у PlayStation 4 есть в этом преимущество. Free-to-play игры, которые доступны бесплатно, вы можете играть без подписки. То есть не обязательно платить за то, чтобы играть в сети. Для многих это глобальный плюс, так как многие покупают консоли ради Fortnite или танков, и не готовы каждый месяц платить за подписку. Поэтому люди и покупают плойку и не парятся. Пример таких игр это Fortnite, World of Tanks, War Thunder и подобные игры. В случае с Xbox One таких привилегий нет. Даже чтобы поиграть в бесплатные игры по сети, вам нужна будет подписка. Кстати, продолжая тему подписок, у Xbox One есть очень мощная и реально выгодная подписка под названием Xbox Game Pass, которая позволяет поиграть в более чем 100 игр. Со списком всех игр в данной подписке вы можете ознакомиться на официальном сайте. Если вы вдруг думаете, в какие игры поиграть или брать ту или иную игру, то обратите внимание на данную подписку. Игр там реально много и каждый найдет во что поиграть. А самое главное, приобретая данную подписку, выйдет намного дешевле, нежели вы будете покупать игры по отдельности. Также хочу добавить, что в этой подписке вы будете получать каждый месяц новые игры взамен на удаление каких-нибудь старых игр из этой подписки. Также, ко всему этому, вы будете получать возможность играть в новые эксклюзивы Microsoft с даты релиза. То есть вам не обязательно покупать новый эксклюзив консоли Xbox One отдельно, он 100% появится в подписке.
подписки с датой релиза. На PlayStation 4 такой подписки нет, но зато летом 2019 года на консоль добавили знаменитую подписку EA Access, которая дает возможность поиграть в старые игры от Electronic Arts, попробовать новые, а также получить на них скидку. У Xbox One тоже есть такая подписка, но в России официально можно купить ее только на 12 месяцев, в то время как на PlayStation 4 без проблем можно купить и на 1 месяц через саму консоль. Да, если заморочиться, в России можно купить подписку EA Access на 1 месяц, но это можно лишь сделать через сервис Plati.ru или же через кого-нибудь, кто покупает коды из-за бугра. Поднимая тему за рубежа, у Xbox есть маленькая проблема и в то же время преимущество. Дело в том, что в феврале 2019 года у всего магазина Xbox, Microsoft Store, если быть точнее, сменилась валюта. Теперь же все игры стоят в долларах. По стоимости самих игр в данном случае выходят даже чуть дешевле, нежели это было раньше. То есть сейчас стоимость той или иной игры вы умножаете на курс доллара и получаете, что новиночку можно купить где-то за 3900 с копейками вместо 4000. Да, выгода не сверхогромная, но она есть. Но за счет этого пострадала подписка Xbox Live, которую через консоль уже не купить. Опять же, это не прям такая катастрофа, ибо подписку все равно можно купить через официальный интернет-магазины и также не выходя из дома. Единственное, при этом в России официально не продается подписка на 1 месяц голда, и нет тех сочных скидок, которые позволяли купить подписку за 60 рублей. Ох уж эти времена. Также в связи с этим у обладателей банковских карт регионов, в котором нет официального присутствия майков, есть возможность покупать игры абсолютно с любых регионов, и в данном случае выгоднее покупать через Аргентину. То есть новиночку на Xbox можно взять реально дешево. Опять же, способ доступен не для всех, но это реально большой плюс. Перейдем к самим играм. Это, пожалуй, один из важнейших факторов, так как игровые консоли покупают именно из-за них. И тут надо брать во внимание эксклюзивные игры, то есть те игры, которые доступны только на той или иной консоли. Многие в комментариях могут написать, что на Хуане нет эксклюзивных игр, ибо они слиты на ПК. Но тут мы сравниваем конкретно консоль, и даже у Xbox One есть такие игры, которые вы не поиграете на консоли от Sony. Поэтому если вы вдруг фанат Forza, то купите Xbox. Если же вы хотите поиграть в Человека-паука, то тут однозначно PlayStation. Вдаваться в подробности и сравнивать все игры я не вижу смысла, поскольку абсолютно все игры на вкус и цвет. И тем, кому нравится, к примеру, эта игра, не означает, что она понравится и вам. Единственное, что нужно брать во внимание, так это то, что эксклюзивы майков больше рассчитаны на онлайн, в то время как PlayStation делает одиночные блокбастеры. Список эксклюзивных проектов вы можете посмотреть на официальном сайте той или иной консоли. Что касаемо функций консоли, то тут тоже более-менее все одинаково. Поддержка клавиатуры и мыши доступна на двух консолях, единственное, не во всех играх. Консоли имеют возможность записывать геймплей, стримить. Единственное, на плойке можно стримить сразу на YouTube, а на Xbox нельзя, но зато там есть миксер. Дашборд также на вкус и цвет, единственное, на плойке он чуть резвее, чем на Xbox. Но зато на Xbox есть отличные сторонние приложения, к примеру, приложение FC Client, которое позволяет смотреть фильмы с торрентов не скачивая. Также у Xbox есть отличная функция под названием обратная совместимость, которая позволяет играть в игры от Xbox 360. Сравнивая геймпады, и тот и другой очень хорош, и чтобы к нему привыкнуть, нужно лишь время. Единственное, если поднимать тему аксессуаров, то не забывайте, что у PlayStation есть VR-шлем, в то время как у Xbox его нет. И давайте все-таки подытожим в стоимости. Если вы хотите выбрать консоль дешевле, то ваш выбор однозначно за Xbox One, так как саму консоль, слабую версию, можно купить в районе 14-15 тысяч, в то время как слабая консоль от PlayStation обойдется вам в районе 17-18 тысяч. Плюс ко всему, у Xbox есть очень выгодные подписки, которые позволяют поиграть во множество игр за копейки. Кстати, на моем канале есть много видео о данной консоли, а также способы, как дешевле купить подписку. Но несмотря на цены, я вам советую все же в большем случае смотреть на игры, поскольку именно из-за них вы, собственно, и думаете, какую консоль купить. Заглядывая в будущее, хочу вас обрадовать и в то же время успокоить перед покупкой консолей 8-го поколения. Дело в том, что в следующем поколении будет обратная совместимость с нынешними консолями, то есть в будущем поколении вы сможете сохранить вашу библиотеку игр, которые обзаведетесь на этом поколении консолей. Какую консоль все-таки брать, решайте сами. Если вы вдруг в чем-то сомневаетесь, то оставляйте комментарии, и либо я, либо мои зрители помогут вам определиться с выбором. Самое главное, знайте, что у каждой консоли свои минусы и плюсы, и однозначно лучшей консоли не существует. Поэтому выбирайте то, что вам больше всего нравится. В следующих видео я разберу уже более детально сами версии, а также расскажу вам о плюсах и минусах покупки конкретной версии консоли. На этом у меня все. Если понравилось видео, поддержите его лайком, не забывайте подписываться на канал, а также не забывайте оставлять комментарии. Если вы вдруг в чем-то сомневаетесь или у вас остались какие-то вопросы, то пишите, постараюсь ответить абсолютно всем. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!